Доброе летнее утро всем, дорогие мои друзья, дорогие подписчики и просто те, кто заглянул ко мне за какой-то информацией. Сегодня, ребята, хочу поговорить с вами на такую очень интересную тему, вернее, начать эту тему, ряд видео о жизни и питании испанцев. Есть такое мнение, что вот испанская еда, испанское меню, испанская кухня очень благоприятно влияют на здоровье. И в Испании очень высокий уровень продолжительности жизни. Испанцы живут более 80-90 лет. И, в принципе, чувствуют себя очень хорошо. На это влияет, естественно, средиземноморский климат. И еще больше, естественно, наша средиземноморская пища. Так вот, я хочу с вами начать ряд видео, поговорить о том, что же кушают испанцы для того, чтобы жизнь была долгой и приятной. Есть такое понятие средиземноморская диета или средиземноморское меню. Это даже не диета, а это ряд очень полезных продуктов, которые обязательно необходимо в своей, значит, пище использовать. Есть очень много книг. Я прикупила только одну на тему 100 продуктов, которые улучшают ваше здоровье. И здесь, ребята, посписочно идут продукты, которые мы употребляем. Книга, естественно, на испанском языке, но я буду вам показывать, значит, какие-то рецепты, какие-то интересные моменты о питании. И в этой книге я хочу отметить в основном, значит, овощные блюда и морепродукты. Причем, если вы не эксперт в приготовлении каких-то морских продуктов, элементарно в супермаркете есть интересные стойки. Я очень часто беру там вот такие небольшие буклетики на тему рецепты, сезонные рецепты. Рецепты есть на лето, осень, зиму, ну и в принципе интересные рецепты. И очень многие из них, естественно, о морепродуктах. Естественно, о морепродуктах, потому что Испания потребляет очень много тунца, кальмаров, различных крабовых, значит, креветок. И такая еда очень распространена в испанской кухне. Рецепт очень красиво, естественно, сделана фотография. И с обратной стороны все ингредиенты, которые вам необходимы, и метод приготовления. Очень-очень удобно. Можно в папочку собирать такие рецепты. Вот что касается, например, тунца, например, кальмаров. Значит, рыба и морепродукты. Все это можно собирать в своей папочке и использовать в своей кухне. Так вот, чтобы дальше не углубляться во все это, давайте начнем с самого простого, с начала нашего списка. Я не буду особо распространяться об aceite de oliva, оливковом масле, хотя это основной ингредиент, наверное, испанской кухни. То есть все, что должно иметь масло, все, что должно иметь масло, имеет в основном оливковое масло и любит пользоваться оливковое масло экстра вирхен, то есть нерафинированное. Очень полезный продукт. Но мы давайте поговорим
о пункте номер 3, который называется агуакаты. Авокадо. Авокадо, значит, продается в любых овощных магазинах, в любых супермаркетах. И авокадо очень-очень популярно во многих салатах, в приготовлении первых блюд и в приготовлении различных кремов и вот таких жидких паст. Авокадо. Вы знаете наверняка все, что авокадо имеет очень большую такую пищевую ценность, очень хорошо для сердечной деятельности, и авокадо очень хорошо для, значит, здорового питания, для диетного питания. По авокадо, что вам хочу сказать? Естественно, цена авокадо в Испании тоже не дешевая. Авокадо так это немножко кусается. 2-3 авокадо можно купить от 2 до 3 евро. От 2 до 3 евро. Я уже говорила, как смотреть, значит, авокадо и готово ли оно к употреблению, либо оно еще зеленовато. Вы смотрите вот по этому корешочку. Если вы надавливаете вот так этот корешочек пальцем, и он немножечко деформируется и возвращается на свое место, вот, значит, авокадо готово к употреблению. Естественно, из такого дорогого продукта не так часто и не так много наготовишь, но есть даже переведенные на русский язык рецепты, именно наши вот испанские рецепты на тему суп-пюре из авокадо. Вот, посмотрите, суп-пюре из авокадо. И просто суп из авокадо. Как чистится авокадо? Авокадо можно чистить, значит, несколькими способами. Разрезается авокадо по всему периметру, проворачивается немножко, и можно счищать либо маленьким ножичком корочку, либо есть вариант доставать авокадо вот такой большой ложкой, смотря как кому удобно. Опять же, чтобы достать эту косточку авокадо, многие просто, значит, вонзают в нее ножик, острый кухонный нож, и косточка легко достается. Одна из особенностей, ребята, авокадо. Если вы кушаете только половинку авокадо, то другую половинку желательно сразу смазать лимончиком и завернуть вот в нашу такую, как называется, пленку, в такую тонкую пленку, потому что, естественно, все свойства авокадо должны сохраняться до следующего употребления вашего второго кусочка, до второй половинки. Что еще интересно, авокадо используют как масло на завтрак, то есть просто смазывают авокадо свой кусочек тоста либо хлеба. Авокадо используют кусочками в различных салатах. Я тоже очень люблю делать салат и затем, значит, почистить авокадо и авокадо кубиками, большими кубиками порезать в мой салат. Ну и давайте, дорогие мои, перейдем немножечко от нашей, как говорится, теоретической познавательной книжки к нашему завтраку. На завтрак. Как делать завтрак с авокадо? Я еще раз вам рассказываю и показываю. Вот у меня обыкновенный хлебушек-тост, половинка авокадо, которую я размяла вилочкой, омлет из одного яйца и вот такие интересные помидорчики, помидорчики черри, которые растут у меня на балкончике и уже зреют и прям уже трескаются, вот-вот готовы к употреблению. Итак, что мы делаем? Мы на наш тост просто элементарно, ребята, элементарно выкладываем наше пюре из авокадо. Просто выкладываем на наш тост. Размазываем аккуратненьким слоем. Намазываем аккуратненьким слоем. Никакой сложности нет. Никакой вообще нет сложности. Можно полить оливковым маслом немножечко. А можно этого и не делать. Я не поливаю оливковым маслом. Я сразу к моему тосту добавляю
добавляю вот этот мой омлетик. Элементарно. Просто добавила мой омлетик на тост и на авокадо. И сверху элементарно разрезаю и складываю 2 или 3 вот таких моих помидорчика. Они уже помыты, готовы к употреблению. Вот так, в принципе, мне хватит 3 помидорчика. Вот, завтрак элементарно простой, очень питательный, очень полезный, уже готовится. Все те, кто смотрел меня, все те, кто хочет завтракать полезно и приятно, готов наш тост с авокадо, с небольшой тортильей, называется так в Испании, и с моими вот этими помидорками черри. К нему обязательно кофеек без сахара. И иногда еще подходит вот такая интересная коробочка, в которой находятся различные сухофрукты, семечки, изюмчик, грецкие орехи, тыквенные семечки и семечки подсолнуха, небольшие мармеладки, в общем, всякая мелочь, которой можно пару ложечек тоже употребить для здоровой пищи. Ну, вот на этом и все с нашим началом по алфавиту испанскому. Мы изучили слово «агуакате» или «авокадо». Пользуйтесь с удовольствием не только словом, но и самим продуктом. Всем вам доброго здоровья и приятного питания!